Анонс и точно до выхода 733 серии сериала «Доверенные». 733 серия сериала выйдет в эфир 14 августа. Ранее в сериале мы увидели, как Парас все сильнее начинает ревновать Нану из-за ее секретов. Он злится на девушку за то, что она проворачивает что-то втайне от него. Ему кажется, что у Наны на самом деле есть кто-то другой. Вечером Пара слышит, как девушке приходит сообщение. Она снова уклоняется от нормального ответа. Чем только сильнее злит Параза, он решает последить за ней. Когда Парас идет за Наной, он видит девушку вместе с Эмихом возле кафе. Парень, как кажется, Паразу дарит ей цветы, и Нана в восторге от этого. Парас не понимает, что происходит, и почему Нана не может сказать ему все прямо. В порыве ревности он ломает брелок, который девушка сделала для него своими руками. 733 серия сериала выйдет в эфир 14 августа. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.